могу. Заведующий складом, брателла. Нет, я, конечно, поздравляю тебя, молодец. Тебе вот выдали вот такую вот мочалочку, такую вот, ну, такую швабру, так называемую. Слышишь, нет, ну, самое интересное было, это то, что когда я только сюда захожу, смотрю, значит, спит. Положил себе вот эту коробку, как подушку, и спит. Нет, ну, брателла, ты меня удивляешь, реально. Дала мамка ему бутерброд с собой. Ты дуралей. Смотрите, в общем, это его шкафчик. Вот смотрите, чашечка, мобильный телефон. Только я не помню, куда ты звонить собрался. Ёба, ты же разговаривать еще не умеешь. Куда ты звонить собрался? Ну ладно, упустим этот момент. Значит, мобильный телефон, чашечка для чая. Вот это я так и не понял, что это за банка. И бутерброд. Теперь у меня еще один вопрос, брателла. Вот смотри, если вот так вот тебя взять, вот я не понимаю, как ты туда достаешь. Вот как, посмотри. Ты же даже на носочках не достанешь туда. Я все понял, брателла, ты же, у тебя же стремянка есть, ты же рабочий класс теперь. Ну ты знаешь, братуха, я думал, на самом деле, ты когда вырастешь, ты будешь директор бесплатных туалетов. А ты оказался куда интереснее профессия у тебя. Брателла, мне твой работодатель сказал, что ты должен вот здесь заделать вот эту дырку в этом потолке. Ну а как вы видите, как только он начал заделать вот эту дырку, сразу же сюда прилетели вот эти сатанические глаза и смотрят на него. Он лежит впереди. Но, друзья, перед тем, как мы продолжим дальше это видео, я хочу, чтобы вы поставили лайк и угадали, в какой из этих... Блин. Ну ты можешь не палиться как-то. Я хотел, чтобы зрители угадали, в каком ты ящике закрыт. Ладно, попытка номер два. Итак, друзья, я хочу сыграть с вами в игру, и вы должны отгадать, в каком ящике находится вот этот лысый молодой человек. Итак, друзья, первый, второй и третий. Если вы отгадаете, в каком ящике этот лысый молодой человек, то обязательно напишите в комментариях «Баумбах», Ли или же Смит. Если вы угадали ящик, то пишите это в комментариях. Я даю вам 3 секунды. 1. Угадывайте, угадывайте, где он может быть. 2. И, друзья, 3. Ну, что вам подсказывает ваша чуйка? Смотрим. Ящик номер 1, Смит, пусто. Ящик номер 2, друзья. Открываем. Пусто. Те, кто угадал, где находится лысый молодой человек, напишите в комментариях «Баумбах». Так я буду знать, что вы угадали, и вы очень фартовый человек. И не забудьте поставить лайк на видео. Открываем. Есть, друзья. Я вас всех поздравляю, друзья. Все, кто узнал и угадал, где лежит этот молодой человек. А те, кто не угадал, друзья, не расстраивайтесь. Для вас в следующем видео будет еще одна такая игра. Лысый, ну что там? Посмотри, что там? Что там? Можешь сказать? Ну посмотри, ну куда эта труба ведет? Ну ё-моё. Нет, мне кажется, это не твоя задача, брателла. Это не твоя работа, это не твоя стихия. Быть завхозом. Что это за лысый завхоз? Ё-моё, устроили его на работу. А я тебе говорил, на работе не так-то просто работать. Ну ладно, брателла, нелегкая эта работа — с болота тащить бегемота. Поэтому, братуха, это еще скажи спасибо, что я угадал этот код. А код здесь был вот такой вот: 4317. Вот как мы уже знаем, это находится вот в этом ящичке, где ты сидел. 1-7, вот видишь. Ну поживешь пару-тройку сутков с бомжами, но ничего страшного. Ладно, брателла, прощай, мне нужно идти. Теперь со спокойной душой могу поставить и транзисторы. Так, здесь стоит у нас транзистор, здесь нужно розовенький. Открываем, собственно, это Ли. А, это у нас работник Ли держит розовые транзисторы. О, какой розовый человечек. Так как я уже подозреваю, нас встречает вот такой лысый молодой человек. Брателла, мне кажется, мы еще друг за другом не успели соскучиться, а ты уже выбежал. Ё-моё. Ну ладно, ну-ка, если я сейчас вернусь к себе на кухню. Мне вот это очень интересно. Если я возьму какой-то предметик и буду с ним просто бежать. Вот мне интересно такую пасхалочку сделать. Вау! Виниловая пластинка! Это, наверное, демон захочет танцевать и отобрать у меня захочет эту пластинку. Но я ее не отдам. Мне интересно, я смогу с ней появиться в следующем уровне или нет. Так, я вызываю лифт, я отсюда уметаюсь, выметаюсь. Опа, добрый день, добрый вечер. Ненадолго я его сбросил в ту шахту вентиляционную. Ну-ка, мужчина, мужчина, где моя пластинка? Мужчина, вы что, правда хотите так танцевать? Первый раз вижу демона, который хочет так танцевать. Так, вот это я положил. Вот эту штучку беру, быстро открываю, забираю пластинку. Брателла, музыка будет играть у тебя на похоронах. А я буду слушать. Ой-ой-ой-ой-ой, он очень... Ой-ой-ой-ой-ой, у меня здесь работы еще много. Так, зеленый полумесяц. Зеленый полумесяц. Главное не потерять пластинку. Боже, сколько работы. Теперь треугольничек открыл. Забрал пластиночку и спокойненько выходим. Ну как спокойненько? Нужно закрыть за собой дверки. Мы же культурный народ, воспитанный. И просто вот так вот еще, ой, еще одну дверку закрываю. Я не понял. Ай! Ну, ай!
Первый раз вижу такую сатану, которому нравится музычка. Музычка тантай, дра-та-тара, та-та-ра-та-та-тай, тара-ра-ра. Лысый, сюда! Я тебя жду! О, смотрите, как ковыляет! О, как ковыляет! О, бабка старая! Ё-моё, баба старая лысая! Так, мне нужно срочно открыть вот это все, потому что у меня уже проблемы начинаются. Ой, что-то не мог подобрать ключик. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Быстро, быстрее, быстрее! Закрываемся, закрываемся! И здесь тоже дверьку закрываем. Это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! И здесь дверку закрываем. Ой-ой-ой-ой-ой! Не помогай! Не помогай! А пластин! Я пластинку забыл! Боже мой, я забыл, лысый, верни мне музыку мою душевную. Братуха, я-то думал, вот моя пластинка. Вы что, с ума сошли? Короче, лысый, я тебе рассказываю историю, закачайся. В общем, твой батя гонялся за мной по коридорам и превратился в демона. Либо же он и демоном и был. И вот эту пластинку, это моя пластинка, он ее принес тебе, ты понимаешь? Поэтому я хочу отомстить твоему отцу и тебя спустить просто в канализацию, чтобы ты жил с бомжами и крысами подвальными. Все, братуха, счастливо! Вот это да, на термоядерной тяге выстрелили 100 лет. Я всегда хотел проверить, что будет, если спустить малыша вот в этот унитаз, а сверху положить подушку-пердушку. Чем оно это все закончится? Ничего себе. Не успела начаться, уже закончилось. Так, иди пока под елкой, отдохни. А я пошел. Ух, ничего себе. Вот, друзья, перед вами человек, который освоил технику шаолиня. Перед нами самый настоящий древний мастер шаолиня и кунг-фу. Ну, из кунг-фу у него осталось только фу. У меня еще много миссий, поэтому я тебя хочу здесь спрятать. Ну, не знаю, посидишь часика два, брателла, я приду за тобой. Только обещай, что ты не выйдешь. Все, посиди, тихонько. Понятно. Что у нас там по миссиям? О-о-о! Итак, друзья, по нашей старой древней традиции, напишите в комментариях, который это час. Ну вот сколько это? Черт его знает. В общем, друзья, напишите те, кто может, возможно, догадывается, который это час. Это телевизор не нужно смотреть. Боже мой, это как в моем детстве. Баклобамка запрещала смотреть мультики. Я хочу мультики. Нет, ну хотя такие мультики я не хочу. Лучше, конечно, такие мультики оббегать стороной. Так, проходим. Ой, мультики, сбылась моя детская мечта. Мои мультики на каждом шагу. Я наконец дошел до самого таинственного вот этого коридора, где происходят страшные вещи. Смотри. Ай, Тиви-мен! Тиви-мен! Тиви-мен снова меня поджидал, хотел напугать. Так снова эти коридоры, боже мой, друзья, это просто невыносимо, это невыносимо. Этот глаз третий за мной наблюдает всю жизнь. Итак, я отправляюсь снова в страшное путешествие вот этими коридорами. 020-я квартира всегда хочет меня кто-то там сожрать. Ну-ка, сейчас посмотрим, кто-то сейчас будет оттуда ломиться. Вот, как страшный черт. Время сна, вот это да. Ну так что ты не спишь, время сна, что ты ломишься каждую серию мою? Хоть бы дверь поменял, я же уже выучил, что ты в 020 какой квартире. Вот выучил, взял и забыл. Ну разве я выучил? 020-я, да? Дядя Вова, это не вы там случайно живете, ё-моё. Итак, друзья, если вы досмотрели видео до этого момента, обязательно загадайте желание. И если вы напишите это желание в комментариях, оно обязательно сбудется. Все, что вам нужно, это просто смотреть в этот глаз, загадать желание и написать мне это в комментариях. И это обязательно сбудется, потому что это могущественный глаз, и он исполняет все наши заветные желания. Все, друзья, мы продолжаем дальше. Вот это обзор на лысого демона, смотрите. Вот этот человек любит пластинки виниловые, любит арбузы и любит чай. Поэтому, друзья, виниловые пластинки, чай и арбузы — это то, что любят лысые медузы. Буги-буги-буги, мы веселые медузы. Мы похожи на арбузы, мы веселые медузы. Мы похожи на арбузы, мы веселые медузы. Ой, прости, пожалуйста, лысая медуза. Я тебе куплю в прошлой жизни арбузя. О, а вот здесь настоящий доктор. Вот этот доктор вылечит вас. Вот смотрите, а вот этот. Вот этот доктор вылечит вас от всех болезней. Если у вас депрессия, вот этот доктор вас развеселит. Посмотрите, вот сейчас он. Сейчас, давай, давай, давай. Где ты? Где он? Где-то? А, что-то медлит. Что-то медлит. Это просто я научился уже уходить от депрессии очень быстро. Так. И мы, друзья, дальше продвигаемся по... О! Добрый вечер! Давно не виделись. Возьму вот такой вот паровозичек. Брателло, я думаю поменять твой паровозик твоему папе на жизнь. Нам нужно преодолеть этот сатанический коридор. На этом паровозике, как видим, этот демон никуда не собирается ехать, даже обратно. Ой, что-то я заблудился. Брателло, ты можешь остановиться? Ой!
Ну ладно, братела, сейчас проверим, как насчет желтых уточек. Может, твой папа любит желтые надувные уточки? И на этой утке ускакает к своему демону. На тебе уточку, попробую ускакать на ней куда-то к чертовой бабушке. Ё-моё, мне кажется, тебя снова сейчас догонит. Мне нужно срочно убегать, срочно, срочно. Теперь я буду разгоняться очень быстро. Мне нужно... Ой-ой-ой, дверьку открою. Я что-то... Ой, какой сатанический знак большой. О, лысый добрый вечер. Ну, судя по тому, что здесь вечер или здесь ночь. Мне кажется, здесь какая-то тьма. Боже мой, что ты делаешь? Это как это все пройти? О, соски сколько накопил! Сосок насобирал! Дядя демон! Ё-моё, друзья, уважаемые дамы и господа! Ой, какая морда свирепая! Дядя, я, конечно, извиняюсь, а может вам просто конструктору Лего подарить? Конструктор Лего тоже не интересует этого демона. Ну, друзья, наша задача сейчас пройти, срочно пройти очень быстро эту миссию. Это такой будет... Ой-ой-ой! Это будет очень запоминающее путешествие. Брателла, хватит твоей мордой свирепо на меня смотреть. Он то плачет, то смеется. Это сын такой, не пойму, смотрите. Сейчас он что-то расстроится. Сейчас будет снова смеяться. Во, сколько сосок насобирал. А мы-то думали, почему ты не растешь? А ты эти все соски собирал. Ой, где-то он демон. Вон он, плетется демон. Итак, друзья, мы проходим эту игру. И белый свет в конце туннеля. Ставьте, друзья, лайк на это видео, набираем 3000 лайков и приступаем к созданию новой интересной серии. Все, друзья, всех вас обнимаю и поднимаю.